Всем доброе утро! Сегодня я хочу показать вам, как можно дома при помощи стула выполнить некоторые упражнения для укрепления мышц ног и мышц рук. Итак, давайте приступим. Примите исходное положение стоя. Стульчик у нас находится сбоку. Одна рука на поясе, другой мы упираемся в этот стул. Начинаем поднимать бедро вверх и вниз. Прямая ножка, колено направлено строго вперед, для того, чтобы у нас напрягались мышцы внешней части бедра. Выполняем несколько повторений, затем разворачиваемся лицом к стулу и работаем той же ногой. Поднимаем ее вверх и опускаем вниз, напрягаем ягодичные мышцы. Выполним нужное количество повторений. Затем сгибаем коленный сустав и уводим бедро в сторону. Мы снова даем нагрузку на мышцы внешней части бедра. Отлично. И также работаем бедром назад. Сгибаем и разгибаем коленные суставы. Здесь у нас напрягаются ягодичные мышцы. Отлично. Те же упражнения мы выполняем и с другой ногой. Теперь мы упираемся другой рукой и работаем противоположным бедром. Поднимаем ногу вверх и вниз, колено строго направлено назад. Если вы развернете вверх, тогда у вас будет больше напрягаться квадрицепсы. Но нам нужны мышцы именно внешней части бедра. Отлично. Затем поворачиваемся лицом к стулу и работаем прямой ножкой вверх-вниз. Я показываю всего по несколько повторений. Вы для себя выбираете нужное количество. Можно выполнять от 20 до 50 раз. Сгибаем колено и уводим его в сторону. Снова у нас нагрузка идет на мышцы внешней части бедра. Стараемся держать корпус ровно, не отклоняемся в сторону. И также работаем бедром назад. На выдохе разгибаем колено и уводим пяточку назад. Отлично. Ну а теперь я хочу показать, как можно выполнить упражнение для мышц рук и груди. Принимаем исходное положение в упоре лежа. Опираемся на стул. На вдохе сгибаем локти. На выдохе поднимаемся вверх. Сгибаем мы до такого уровня, насколько вам позволяет ваша физическая подготовка. Выполняем нужное количество повторений. И разворачиваемся спиной к стулу. Будем работать на заднюю поверхность плеча. Медленно сгибаем локти. Также на вдохе сгибаем, на выдохе разгибаем. Отлично. А теперь немного растянем мышцы. Уводим руку за спину. И давим на локтевой сустав. Так мы растягиваем мышцы задней поверхности плеча. То же самое выполняем и с другой рукой. Немного потянем бедра. Вытягиваем ногу и делаем небольшой наклон. Растягиваем мышцы задней поверхности бедра. И также другую. Разводим колени в стороны и делаем небольшой такой наклон с расслабленной спиной. Упираемся руками в пол. Расслабляем спину и мышцы ног. Теперь собираем руки в замок и прогибаем спину, делаем наклон. Поднимаемся вверх, делаем глубокий вдох и выдох. На этом наш комплекс подошел к концу.